Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Адисан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. Ребята, играю я с веб-камерой. Да чё ты так неудобно что-то, или что? Играю, ребята, я с веб-камерой, потому что, ну, в принципе, решил, что можно поиграть с веб-камерой. Прослушаю, есть ли звуки, а то чё, тихо как-то. Ладно, ребята, идем мы поспим. И, как я говорил, идем мы в ад по тому поводу, что нам нужен глоустон. И немалое количество, а действительно нам его нужно очень много. Но раз мы идем в ад, давайте-ка мы все нафиг вот это поскладываем в сундуки. На всякий случай, да? Фиг его знает. Может, случайно в лаву пойдем или еще что-то. Что нам нужно? Нам нужна лопата, чтобы блоки себе накопать, потом построиться, да. Еду сейчас возьмем, потому что еды практически уже нету. А у нас вообще практически еды уже нету. В том смысле, что картошечки нету, нужно будет потом собрать. Еще что нам нужно? Нам нужен, ребята, летающий покемон. Давайте его возьмем на всякий случай. Вдруг мы там заспавимся где-то на каком-то... Да твою ж... Че, ребята, я просто не знаю, что-то мне как-то так неудобно тут. Вдруг мы заспавимся на каком-то острове, и нам нужно будет взлететь куда-то, да, или потом спуститься, поэтому давайте возьмем, ну, фиг его знает, Арчина, да пофиг его брать, то есть. Итак, мы туда наберем глоустона и вернемся. Ну, если, например, мы наберем там стака 3-4 глоустона, это будет просто замечательно. Давайте сразу выключаем шейдеры, зачем нам шейдеры в аду? Полетели, ребята. Думаю, нормальное какое-то место будет. Здрасте. Ты сюда случайно зашел? Или ты тут уже был? Так, там у нас... Там у нас крепость, да. Так. Давайте, ребята, полетим тогда. Куда-то. Главное, чтобы потом путь обратно найти. А то, если мы где-то сейчас заблудимся, будет не очень. Так, о. Вот тут куча глоустона есть, но... Да храбится потолок. Тут, конечно, куча глоустона есть. Поэтому я не знаю. Давайте вот тут. Но сначала... А, точно. Нужно собрать немного камня, ребята. Нужно его немного собрать, чтобы, в принципе, залезть наверх, да? Он быстро собирается, поэтому... Вот так. Что, ребята, залазим. Я надеюсь, сюда вниз не попадает он. Конечно, немного попадает, ну... Да ладно. Так. Сейчас мы, ребята, насобираем. Уже падает, что не очень хорошо. Значит, давайте тут немного такую платформу построим. Так, тут где еще нужно? Вот тут. Чтобы, в принципе, вниз вообще нифига не падало, и не нужно было потом спускаться. Ай. Вот так, ща, ребята, еще тут построим. Так, отлично. Тут, я не знаю, тут нужно. Так. Сколько у нас вообще тут будет? Сколько получится? Ну, чуть-чуть больше, чем полстака, мне так кажется. Стак, хотя... Даже, может, и стак будет. Будет. Да. Отлично. Так, еще тут есть, еще тут есть. Еще можно сюда спуститься. Тут еще немного есть. Туда мы дальше не будем спускаться. Да, еще туда, конечно, попадало нормально такое количество. Но не будем туда спускаться. Так, ребята, сейчас давайте тут поднимемся. Так, где? Тут вообще большое количество. Смотрите, ребята, у нас уже стак есть. Стак глоустона — это стак раркенди. То есть нам не нужно очень большое количество глоустона, чтобы тут сидеть сейчас не знаю сколько времени и добывать это все, да? Например, ну я не знаю, сколько времени нам тут понадобится. Не скажу, что прям очень много. Но чем больше глоустона, тем...
тем больше мы проведем времени там, в нормальном мире, и нам не нужно будет возвращаться сюда опять. Так, давайте еще сюда. Во. То есть, ребята, ну смотрите, стак у нас есть, стак глоустона мы сделаем не очень быстро. Стак вот этого. Стак раркеги мы сделаем не очень быстро, да, поэтому... Поэтому, ребята, приблизительно 4 стака глоустона нам хватит на очень большое время. 4, давайте 5 стаков соберем. Хотя, ну сейчас посмотрим, сколько тут у нас будет. Так, отлично. Еще давайте вот тут. Тут. Извиняюсь. Если, например, вот с этой кучки выпадет 2 стака, то есть, смотрите, у нас уже практически есть еще один стак. Это туда упало, нужно будет спуститься. Так, вот сюда. Если с этой кучки, вот смотрите, у нас уже стак есть. Уже стак набили. Пошел уже третий стак. В смысле, стаки с этой кучки мы набили. Так, сейчас, ребята. 2 стака у нас уже есть, это уже дофига. Еще сейчас вот это, и, ребята, возвращаемся. Третий стак пошел. Потом еще вот там есть какое-то количество, где? Вот тут. Можно еще там будет сейчас забрать. Но тут, я не знаю, сейчас посмотрим, хватит ли нам, то есть, сколько тут еще с этого выпадет, чтобы добить уже третий стак. Сейчас посмотрим. Так. Да, стак будет, стак будет. Так. Че, у меня пальцы что-то болят на shift нажимать, чтобы не упасть. Так. Тут и еще, там вниз попадало, сейчас, может, пособираем. Все. Ровно 3 стака получилось. Ну, еще чуть-чуть там. Не убьемся? Фу, почти. Почти убились, да? Так, что тут еще где-то попадало, нет? Да, может туда вниз еще попадало, но это такое. Сейчас, ребята, давайте еще немного камня возьмем, чтобы забраться вот тут. Да, в принципе, вот так, пофиг как брать, то есть... Его и так тут очень много выпадает. Так, сколько у нас? 3 стака. Ребята, добиваем до 5 стаков, как я сказал, и возвращаемся. То есть, как видите, это много времени не занимает. То есть, вообще чуть-чуть. Давайте тут сейчас поднимемся. Я не знаю, хватит ли вот еще вот это... Вот эта кучка глоустона. Не знаю, сейчас посмотрим. Так. Ну что, давайте, ребята, еще вот это добьем и посмотрим. Если хватит, то можно уже возвращаться домой. То есть, смотрите, мы даже тут много времени не будем. Это не занимает много времени. И вот так. Что, ребята, кто-то играл в Far Cry 4 после ее выхода? Я что-то решил сначала ее пройти, но потом как-то не очень... То есть, она очень большая, прям очень. Ну, если проходить только сюжетные миссии... Не очень, но там же нужно открывать вот эти все фигни, то есть башни, аванпосты, вот это все открывать, и что, в принципе, очень много времени занимает. А если кто-то хочет пройти полностью игру, то там еще и побочные миссии, вот это проходить и все такое. Поэтому я решил как-то, ну, я не знаю, долго это все получится. Если взять того же Assassin's Creed, да, я его прошел за сколько там? Около 15 серий. То Far Cry 4 мы бы прошли за 50 серий. Ну, 50 может... Хотя нет, где-то так даже. По полчаса серия, если бы было, то мы бы ее прошли и Far Cry 4 даже больше, чем за 50. Потому что там очень, очень все долго делать. Assassin's Creed я просто вот так очень быстро проходил, очень быстро, очень быстро, очень быстро. Не заморачивался по поводу вещей и всего такого, побочных заданий. Я очень быстро прошел Assassin's Creed, то есть приблизительно за сколько я его прошел? Ну, в принципе, очень быстро, да? И я по поводу этого так уж и не заморачивался. А если Far Cry проходить даже очень быстро, то это очень долго получится. А если проходить его очень долго, то это вообще офигеть, сколько получится. Я не знаю, ребята, честно. Потом я его, может, сам пройду, то есть...
чтобы просто его пройти, да? Там еще игра вышла новая тот же день. Ну, GTA 5 для новых консолей вышла, это понятно. Я не играл в обновленную GTA, я ее еще прошел сколько там, полтора года назад, когда она только вышла на предыдущей консоли, когда она, в принципе, только вышла, GTA 5, да? Потому что это GTA 5, да, офигенная игра. Кто в нее вообще, ее ребята, играет? Есть такие, которые сейчас играют? На обновленных или на старых консолях, фиг его знает, скажите. Но я говорю, ребята, я играл на старых консолях, то есть давно еще. Ну, говорю, полтора года назад, когда она только вышла, я ее сразу же прошел. Я не знаю, сколько я ее прошел, приблизительно за часов так 15 я всю сюжетку прошел. Потом немного еще в GTA Online поиграл и все. И больше я не стал играть. Сейчас я жду на ПК, то есть я не жду прям так, жду, о, давайте, давайте, уже GTA 5, я ее не могу дождаться, то есть когда вот это люди говорят, что ха-ха-ха-ха-ха, на новой консоли вышла, а ПКшники опять в пролете, то есть ждите, пока ее выпустят на ПК, я даже, ребята, на это не обращаю не обращаю внимания, то есть я прошел GTA 5 еще год назад, поэтому мне как-то пофиг, знаете, если GTA 5 на ПК выйдет сегодня или выйдет там через пару месяцев, для меня это, можно сказать, одно и то же, потому что я ее и так уже прошел, а нового там практически ничего нету, то есть вид от первого лица, может там обновленные текстуры и все такое. Но сама суть GTA-шки, я уже ее прошел. Поэтому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5,5 стака, отлично, возвращаемся, ребята, домой. Поэтому, ребята, я ее уже прошел, и я ее жду, знаете, только для того, чтобы... Ну, жду, это же GTA, то есть я поиграл на консоли, да, я поиграл тогда на консоли, но если не считать то, что это были консоли, то на ПК совсем другое ощущение, там не джойстики, это не консоль, а это ПК, да. Но тоже зависит от людей, у которых потянет комп новую GTA-шку, потому что мне кажется, что там не очень такие маленькие системные требования будут. Но фиг его знает, я правильно лечу. Но, я не знаю, посмотрим, выйдет, не выйдет. Она вроде выходит после Нового года, в январе, в конце января. То есть еще осталось декабрь, январь, еще конец ноября. Почти 2,5 месяца, что, в принципе, не очень так и мало. Но, говорю, может они постараются, может еще на ПК даже лучше выпустят, чем на новые консоли. Но это как они там постараются. Мы ничего даже предполагать не можем, что они там сделают. Ну, я жду только потому, что это ПК, то есть, мне кажется, что это будут более другие ощущения, чем на консоли. Потому что на консоли я прошел, да, понравилось, это же GTA, но фиг его знает, посмотрим, выйдет, не выйдет. И не знаю, вы потом, ребята, если будете хотеть, то можно или поиграть в GTA, или, например, с вами поиграть в GTA Online, да, там в GTA Online вообще куча возможностей, которые можно делать, если играть не одному, а еще с кем-то, то там вообще офигеть сколько возможностей. Поэтому, если кто-то купит GTA 5 или потом будет играть на ПК, то есть пишите, потом можем вместе поиграть, тот же онлайн. Но походить ли сюжетную линию, и вот это я не знаю. То есть одно и то же, можно сказать, но все же то вот это как его. То ПК, а то консоль, поэтому есть разные, немного разные вещи, да, совсем немного. Ну что, ребята, у нас 5 стаков глоустона, которые хватит нам на большое время, я так думаю. Сейчас я не знаю, давайте... 30, у нас есть уже 31 яблоко. Так, давайте идем сюда. Тут соберем то, что нам нужно. Тут еще не выросло. Соберем вот это. Так. Я не знаю, 64 штуки сейчас, мне кажется, что они не очень так будут. Сколько там? 61, 62... 62 штуки, а почему 62 штуки? Ну да, тут где-то не выросло, там где-то не доросло и все такое. Ну да ладно. Так. Это тогда вот так. И что, ребята, идем делаем. Еще себе раркенди. Сейчас посмотрим. Ну 31 раркенди, это, конечно, не очень так много получится. Совсем немного. Потому что нам... Нам нужно 27 раркенди
Только чтобы да, только чтобы сваблю прокачать до 60-го. Ну ладно, сейчас посмотрим, что там у нас. Вот так. 34 раркенди у нас есть. Что-то мы можем продать тут. У нас вот это есть, да. Где-то мы можем продать вот тут. Там камни эволюции у нас еще есть. Вот тут мы можем продать. Еще вот это. Еще вот это. Вот это. И тут еще лечилочки. Лечилка, лечилка, лечилка. Вот это и вот это. И там еще один камень. Вот этот. 18. Более-менее так золото сейчас за 18 купим. Так. Еще посмотрим, сколько у нас 300к золота. За 300к золота это сколько у нас получается? Ща. Главное себе оставить немного яблочек, да, там 20 штук нужно же оставить. Так. 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 22. То есть 22 ракинди за 300к золота. Более-менее, можно сказать. Так, еще вот сюда. Отлично. Так, сейчас, что у нас тут? Мы можем сюда, в принципе, вот это все отложить. Да, это тоже сюда. 56 раркенди. 56 раркенди, это нормально, ребята. Ну, и так не хватит. Так, давайте Magikarp убьем. Может, вдруг что-то выпадет. Сейчас посмотрим. Так, сегодня, ребята, у нас вторник, да, и с сегодняшнего дня начинается вот то расписание, можно и так сказать, которое попало, которое у нас есть, да, то есть первая серия в день выходит в 10 часов утра по Москве, и если сколько там, 7, сейчас, ребят, сколько там получается, если 7... 8, да, если за 9 часов наберется 120 лайков под этой серией, то, ребята, сегодня у нас выйдет еще одна серия в 7 часов по Москве, да, то есть первая серия выходит, первая серия у нас выходит 10 часов по Москве утром, если за 9 часов это у нас получается до 7 часов вечера наберется 120 лайков под этой серией, то в этот же день выйдет еще одна серия. Поэтому, ребята, зависит от вас, если вам нравится, если вы ставите лайки, видно, что на серии набралось 120 лайков, то видно, что вам это нравится, и то, что вы хотите больше, то, что вы хотите еще, чтобы серия вышла. Так, а вот это может все продать, у нас тут куча редстоуна, куча лапиша, вот этот лазурит, лазурита, ну, я не знаю, это можно продать потом будет, ну, потом посмотрим. Так, что, тут у нас что? Вот это все. Что, ребят, я так тогда не знаю, что я хотел. Хотя я не знаю, идти сейчас Ларвесту ловить или нет. Или ща. Ну, она в Desert Hills, но, как вы видели, ребята, в прошлой серии мы ее никак не нашли. 1920. То есть она не очень так часто спавнится. 1920, там 80, и сколько там, минус 900 было, или... Да. Да ты ж... Да твою ж, какая там высота. Ща, давайте тогда, я не знаю, на 100... Сейчас подождем, пока немного отрегенится, и пойдем. Если сейчас мы Ларвесту не словим, то пойдем за Сандилом. То я не знаю точно, где он спавнится, или в дезерт, или в обычной пустыне ночью, или в глиняном биоме. Фиг его знает, это еще нужно будет посмотреть. А ты ж, я что-то... Арчопса же нужно заменить. Вот что я забыл. Чтобы его потом... Ну, чтобы потом нашего прокачивать. Маму Свайна, да? А, вот он. Он уже 43 уровень, то есть уже почти. Это кто? Ну, кто же еще? Ну, что, ребята? Ну, давайте 1900, 100 пускай будет, и минус 900. Во, так более-менее. Ларвеста.
Я даже не знаю, ребята. Будем тут ходить или... Или еще куда-то пойдем в другое место. Потому что ее, в принципе, нужно словить. Это же Ларвеста, это огненный покемон, который нам, можно сказать, нужен. И также Сандила нужно словить. Это сейчас задача найти вот этих двух покемонов. Ты зараза, а? Не успел добежать, ты уже пропал. Но то, что действительно, я просто не знаю, где спавнится вот этот Сандил. Или в обычной пустыне, или в глиняном биоме. Это нужно сейчас смотреть. Давайте еще туда тогда пробежимся. Туда прямо, там тоже у нас Desert Hills. Посмотрим. Она, конечно, не очень так часто спавнится. Знаете, что я еще хочу, ребята? Я хочу еще кучу себе Иви наловить, потому что у нас действительно еще Иви не хватает. Потом, когда мы сваблю прокачаем, нужно будет над лесами покружиться, поискать Иви, приблизительно найти там штуки там, ну я не знаю. 3-4 штуки как раз нормально будет. Ну, 4. Да, 4-5 штук нам нужно найти. А, кто там у нас есть? Травяная, ледяная, огненная, водная. 4 штуки. Амбрион. 5 штук. 5 Иви нам еще нужно. Диглет, да? Угадал? Ну, понятно, кто же еще. То есть, ребята, нам еще 5 Иви нужно будет найти. Это такое, я говорю, когда у нас будет летающий покемон, это мы сможем просто-напросто полетать над вот этими. Полетать над лесом и найти себе еще парочку Иви. Так, я не знаю, она или ночью спавнится, или фиг его знает, но сейчас до ночи еще нужно дождаться, точнее, нужно дождать еще ночь. Поэтому я, ребята, даже не знаю. Также и Сандилу нужно ночью дождать. Поэтому пока что вот ты тут стой. Хотя как стой? Давайте идем тогда в обычный лес, поищем Иви. 2040, а потом вернемся. 2040, 75, минус 1600. Да. Это что за лаги? Нифига себе. Что там так глючит-то? Дайте тогда в другой лес какой-то ты пернемся. 1300? 1000... Какой 1300? 300? 1375-300. Чё за лаги? Почему при телепортации такие лаги появляются? Ладно, ребята, давайте тогда пешочком. Ай! Вот такими прыжками... Раз да убьемся, да? Ладно, потопали, ребят. Хотя как раз сейчас уже ночь. А ночью там кто-то спавнится вообще в лесу толковый, кто нам нужен. Это я не знаю. Ну, какой? Нифига себе, 55 уровень. Давайте тогда. Во, другое дело. Во, нормально. А вообще 4000 опыта дало. Нифига себе. Так, ну тогда уже, ребята, даже никуда не идем. У нас уже ночь. Так, тут... А кого мы еще качаем? Экзекьютора. Точно, мы же экзекьютора качаем. После него свампер-то немного. И потом, я не знаю, мамосвайна немного. И потом уже, наверное, можно прокачивать с помощью раркинги. Так, это кто там у нас? Гулдин. А у нас написаны Ларвеста. Так, ну как раз мы возле вот этих гор в пустыне. Поэтому я не знаю. Сейчас посмотрим, заспавнится она или нет. Нам еще нужно будет... Ты что, уже пропала, зараза? Ладно, давайте смотрите, ребята. Давайте тогда еще пробежимся вот к той горе, которая там спереди есть. Вот это... В пустыне, да? Если там не будет... Если там не будет Ларвеста и все такое, то сваливаем. Я понимаю, что она не часто спавнится, хотя в предыдущих версиях она достаточно-таки часто спавнилась. Но не так уж часто, мне кажется. Но, по сути дела, она тут же должна спавниться в горах.
точнее, вкус. Хотя... Или я... Ча, кто-то где-то мне писал, или я где-то случайно увидел, что написали, что она спавнится в горах. Вот как раз я сейчас сказал горы и как раз вспомнил вот то. Ну а что, давайте попробуем. Кто его знает, ребята, вдруг она действительно в горах спавнится. Горы, 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 горы. Нет, тут маленькие горы. Вот давайте вот сюда. Минус 700, минус 300. Минус 700, там, я не знаю, 95, минус 300. Главное не убиться. Фу. Я не знаю, правда ли это или нет, но мне писали, что она не в пустыне спавнится, она в горах спавнится. Проверить можно, ребята. То есть в пустыне мы ее не находим. Может, ну просто спавн, наверное, такой не очень большой, да? Но если мы ее не находим в пустыне, то давайте попробуем в горах. Может, она действительно и тут спавнится. Точнее, тут спавнится, а не там. Хотя вряд ли. Но проверить можно. Да не то, не то, не то. И не это, не это, не это, а вот это. Отлично. Ух, нормально. Так, это у нас там кто? Еще один боссик. Давайте еще его убьем. И возвращаемся тогда, я не знаю... За Сандилом, то есть пойдем посмотрим в глиняном биоме, вдруг он там. Отлично. Еще раз. Отлично. Вот так, вот так, вот так. И потопали, еще убьем вот этого Джиудуда. Нет, Ларвеста тут все. А, твою ж. Не успели добежать, он уже пропал. Ларвеста тут все-таки нету, мне так кажется. Она все-таки действительно, наверное, в пустынях спавнится, но, наверное, не так часто, как хотелось бы, чтобы она спавнилась. А немного реже. Реже, реже, реже. Поэтому давайте сюда. Нету, 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 нету. И, ладно, давайте тогда, ребята, идем в глиняный биом, посмотрим. Где? Вот. 10 тысяч, 6 тысяч, да? ТП 10 тысяч, 85, да, не 100, а 75, 6 тысяч. Вот с этими гренями, если мы вот так будем каждый раз. Так, это у нас тогда кто? Доктрио Тропинч. Это, да, давайте туда. Нужно рассчитывать немного. Так, сейчас еще, если бы не убиться. Немного помедленней. И где ты, где ты, где ты? Вот, отлично. Экзекьютор. Убьешь? Убьешь. Так. Сейчас давайте отхилимся, ребята, и обратно. Потопали, посмотрим, если там Сандил нету. Потому что тут я не вижу его. То есть он спавнился тут, но сейчас... Не очень. Так же, как и Ларвеста, как его знает. Может, у нее нереально спаун порезали, а может, фиг его знает. Так, какой там тогда... Ну, 100 давайте, чтобы наверняка. Ху. Чуть-чуть. Санди. Ну, еще посмотрим. Во. Не убивай, не убивай, пожалуйста, не нужно. Во, красавец. Ну, не то, что крас... Вот, не красавец, нет. Так, убьем. Не убивай, не убивай. Твою ж. Надеялся, что успеем убить его. Ладно, давайте тогда Свамперта. Ладно. Во. Вылечим. И что-то я тут Сандила тоже не вижу. Дезерт. Фиг его знает, честно. Я вот с этой новой версии вообще не знаю, кто где спавнится. Вот ты зараза. Сейчас еще сбегаем опять в пустыню. Если там никого не будет, то я даже, ребята, не знаю. Возвращаемся.
Потому что я не в курсе, ребята, кто и где. Говорю, они вот эти спавны поменяли, сейчас я вообще не знаю, кто где спавнится. И или нужно, ребята, у вас спрашивать, кто знает. Вот тут. Давайте еще посмотрим. Или у вас нужно спрашивать, или просто вот так искать. Потому что тоже не все знают, кто где спавнится. Кто у нас, на самом деле? Ну, сейчас вот тут посмотрим. Будет тут кто-то или нет. Вот в этой пустыне красной, да? Ну, в глиняном биоме нету, да? Но это еще как бы отдельная вот это... Биом, да, отдельный биом. То, что еще... Красная пустыня, можно и так сказать. Посмотрим тут. Может и спавнится, то есть фиг его знает. Может мы ходим, а он за нами спавнится, и мы просто его не видим. Но... Да ты ж прикалываешься, что ли? Наконец-то. А кто там у нас Басяндра? Кто-кто-кто-кто-то? О, ну... Или ты вроде в земле? Ты в земле. А там у нас кто? Ну, опять он. Ух, ребята, я не знаю. Наверное, сейчас мы просто идем еще в пустыню посмотрим и возвращаемся. Потому что что-то никто не хочет спавниться. Что-то я вообще толком не знаю, кто где спавнится. Нифига себе тут большие уровни. 3000 опыта. Ух, свабли эволюционирует. Отлично, ребята. Сейчас, я надеюсь, мы сможем уже полетать. Ну, давай, прокачивайся. Или, в принципе, на этом я уже закончу. Закончим эту серию, потому что сейчас уже и ночь. Точнее, день уже настает. Уже нет смысла тут. Летать. Уже можем летать? Да, уже можем. Ну что, нет, Сандил уже вряд ли заспавнится, так как он ночью спавнится, да. Ну да ладно, зато, ребята, мы уже можем летать, что офигенно. Алтария. Нет, вряд ли тут уже кто-то будет, поэтому, ребята, давайте еще, знаете что, вернемся в пустыню на пару минут. На пару минут, давайте, где там у нас, вот тут. Ларвеста. И сейчас еще пролетимся, точнее, полетаем туда-сюда. Так, куда нам можно полететь, в какую сторону? Да, тут тоже можно. Сейчас, ребята, только вот туда-сюда пролетимся, посмотрим, вдруг заспавнится, вдруг нет. Мне кажется, она не ночью спавнится. Поэтому, если не будет, не будет. Возвращаемся домой. Тогда на следующей серии я даже не знаю, ребята. Кого еще нам нужно словить? Я вижу там босс. Ну, да ладно. Босса. Хотя... Нет, если ты не в земле, тогда можно убить. Шапочки же нам нужны. Где ты? Вот, попади, попади, попади. Отлично. О, ну... Вот так, по пару шапочек выбьем и можешь себе уже немного раркенди сделать. Так, так, это у нас там кто? У тебя тоже можно. Фиг его знает, ребята. Поискали, ну кого еще нам нужно словить? Ну, кучу Иви нам нужно словить, точно. Ребята, потом нужно будет сделать себе команду с фосил покемонов. У нас же есть все фосилы, нам только осталось их очистить и оживить. Все, что нам осталось. Поэтому, ребята, я так думаю, можно потом сделать себе команду с фосил покемонов, что, в принципе, мне кажется, нормально. Но это уже такое. Сначала я говорю, нужно хотя бы вот этих двух словить. Потом я не знаю, кого у нас еще нету. Ну, потом Иви. Давайте сначала так поставим задачу. Сандила и Ларвесту. Потом 5 Иви.
А потом уже посмотрим. Потом, в принципе, нам Райквазу еще нужно словить, у нас только ее не хватает. Нам нужно Мьюту еще сделать с Мью. А потом уже посмотрим. Дуктрио, нет, ты нам не нужен. Ты в земле. Поэтому за тобой мы рыться не будем. Ладно, ребят, я думаю, давайте уже на этом заканчивать. То есть, что-то вообще никак не могу ни Ларвесту, ни Сандила найти. Хотя вроде они спавнятся там, где мы уже побывали. Но, как вы видите, что-то они не хотят спавниться. Ох, нифига себе, там столько боссов. А ты где? О, нифига себе, как попали. И еще раз. О, нормально. Это у нас там еще один. Тоже тебя можно убить. Фух. А кого у нас еще в лесу нет? Точно, нам еще Клинка нужно словить. Вот, я вспомнил. Клинка у нас еще нету. Нифига себе. Потом в зимнем биоме у нас еще парочку покемонов нету. Нифига себе, сколько вещей. То есть нормально. Это если все продать, то уже около 10 алмазов получится. А это у нас кто? Еще один? Нифига себе, вас тут заспавнилось. Нет, нет, не убегай, не убегай. О, отлично. Отлично. И тут еще куча вещей. Ничего не выпало? Не написала в чат, что что-то выпало, поэтому как раз нормально. Все, ребята, возвращайтесь. Да нет, не взлетай. Где у нас телепорт домой? Вот он. Все, ребята, давайте на этом закончим эту серию. Не забываем, если на этой серии наберется 120 лайков, новая серия выйдет через... Ну, не через... а в 7 часов вечера. Поэтому, ребята, ставьте лайки. Ща. Если Басяндрик рядом с нашим домом, то почему бы его и не убить? И еще раз. А вот сейчас уже пишет, что. Во, все. Все, ребята, сейчас мы заканчиваем. Мы вроде и нормально вещей так себе набили. То есть, офигеть, сколько получится, мне так кажется, если мы потом продадим в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи. Всем пока.